Что делать женщине, чтобы мужчина был верным? Когда женщина проявляет чувственность, женственность, то ее мужчина не идет на сторону. Он берет энергию земли от нее и реализует свои цели и задачи. Она своей оргазмической энергией наполняет его. Она для него... Лучше не выглядим ничего никогда. Суть в том, что я могу сказать, когда женщина идет, когда мужчина идет на сторону, когда энергетически женщина начинает его уничтожать, сначала он проявляет к ней агрессию, потом может уйти в алкоголизм. Если он продолжает ее сильно-сильно любить, он готов ради нее умереть. Если он гармоничен, да, он может уйти в сторону. Когда женщина чувствует присутствие другой энергетики женской, то она перестает его энергетически уничтожать. Смысл уничтожения в том, что я тебя так люблю, что боюсь потерять, что если ты от меня уйдешь, то у меня не будет смысла жить. Мужчина становится причиной невыносимой боли. И когда это есть, то мужчина хочет уйти от этой женщины к другой женщине. Он ее любит и хочет любить ее, да, но когда он в этих отношениях, у него страдает половая система, у него страдает его дело, у него страдает его творческие порывы. И когда женщина не находится в состоянии «я тебя убью, потому что ты причина моей боли», когда она всецело и полностью доверяет ему, у нее нет мысли о том, что он уйдет, но если такая мысль возникает, она с восхищением это принимает как самое правильное. Что вы пожелаете всем мужчинам и женщинам? Любви.